Так, в микрорайоне Макаренко без документов и разрешений 20-летний предприниматель организовал продажу пиротехники прямо вот на таком столе. Незаконная деятельность торговой точки была пресечена. Из продажи изъяты салюты, фейерверки и петарды всего более 800 единиц. В отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол. Кроме конфискации товара, ему придется выплатить штраф. Аналогичные нарушения были выявлены в других районах города Сочи. Всего из оборота изъято более 3000 единиц пиротехнических изделий. Мы обращаемся ко всем жителям и гостям нашего города, кто обладает информацией о подобных нарушениях, незамедлительно сообщать полицию по телефону 02. Приобретать пиротехнику нужно только в специализированных магазинах. Покупатель вправе потребовать сертификат на товар. Инструкция по применению салюта обязательно должна быть на русском языке. Если один из этих пунктов не выполнен, лучше отказаться от покупки.